Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область будет участвовать в нацпроекте «Транспорт». Вопрос подготовки нового нацпроекта обсудили на заседании комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт». В нем приняли участие зампред правительства Кировской области Алексей Жердев и министр транспорта региона Алексей Петряков. С принятием решения о нацпроекте правительство Кировской области направит заявку на участие в нем. Реализация проекта на территории региона, по мнению зампреда Алексея Жердева, позволит ускорить обновление общественного транспорта, улучшить качество транспортного обслуживания, повысить уровень безопасности перевозок, сократить расходы транспортных компаний на содержание парка техники. Экономика. Конкурс на ремонт дороги до Победилова отменили. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Отменить конкурс на выполнение работ по капремонту подъезда к Кировскому аэропорту попросил Дорожный комитет региона. Отмечу, документация по конкурсу на выбор подрядчика появилась на госзакупках в конце января. Заявки планировали принимать до 19 числа. Компания, выигравшая конкурс, должна была привести в порядок около километра дороги. В качестве начальной цены контракта была указана сумма в 111 миллионов рублей. В эфире «Экономика». 280 миллионов выделят Кировской области на развитие инженерного образования. Деньги предоставят из федерального бюджета. Поддержка направляется на создание центра практической подготовки и специализированных классов по обучению работе с беспилотными авиасистемами. Всего она будет оказана 30 регионам страны. 17 школ Кировской области и Кировский авиационный техникум оснастят высокотехнологичным оборудованием. На базе школ будут открыты кружки для занятий детей, а техникум станет центром практической подготовки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».